это Олег, звоню из Вашингтона. Меня зовут Руфат, я из Баку, с Азербайджана. Меня зовут Андрей, и я из Баку. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я из Германии. Меня зовут Любовь, я из Москвы. Меня зовут Руфат, я из Баку, с Азербайджана. Здравствуйте, мы начинаем итоговый выпуск «Игрянул Грэм». Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Артур Григорьев. И сегодня в течение ближайших часов вместе с экспертами, и, надеюсь, вместе с вами, мы будем обсуждать актуальные темы. Несколько тем, которые мы вынесли в заголовок, это болезнь Чубайса, скандал в Amnesty International и перемирие в Израиле. Ну, конечно, на этих трех темах мы не остановимся. Тем гораздо больше, мы всегда в наших стримах поднимаем большое количество тем. Вы также можете участвовать в формировании этого выпуска, предлагайте для обсуждения свои темы, задавайте вопросы, в том числе и нашим гостям. В общем, будьте активны. А наш гость сегодня – это Борис Вишневский, политик, политолог, публицист из Санкт-Петербурга. Борис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот обсуждаем мы события, которые были актуальны в том числе на неделе. Хочу начать с Чубайса, потому что Анатолий Чубайс уехал из России. Затем у него было диагностировано странное заболевание, по крайней мере, многие усомнились в том, что по естественным причинам. Вот как вы считаете, что произошло и следует ли уделять этой истории какое-то особое внимание? Потому что, ну, поясню, все-таки Анатолий Чубайс человек, близкий к верхушке российской власти, которому, казалось, удалось вырваться, уехать, и говорили, что вот посмотрите, Чубайса отпустили. Но теперь уже есть вопрос, отпустили ли. Что вы думаете об этом? Знаете, я, во-первых, как любому человеку, заболевшему, желаю ему выздоровления. Это нормальная человеческая реакция в такой ситуации. Я не думаю, что это связано с какими-то искусственными причинами. Я не медик, конечно, чтобы оценивать тяжесть заболевания, симптомы, причины и его ход. Но мне кажется, что не стоит здесь искать заговоров. И я думаю, что ничего его жизни, по крайней мере, со стороны российской власти не угрожает. При этом надо четко совершенно понимать, а я с Анатолием Борисовичем знаком на протяжении примерно 3,5 десятка лет, еще с времен клуба «Перестройка» в Ленинграде, что он один из архитекторов нынешнего политического режима, один из людей, которые внесли максимальный вклад в его построение, долгие годы верой и правдой служивший лично Владимиру Путину и этому режиму, который он сам строил. И в этом качестве он несет полную ответственность за все, что происходит в стране, как минимум в последние четверть века. И мое крайне негативное к нему отношение как к политику, оно не вчера сложилось и не позавчера. Повторяю, пусть он будет здоров. И я думаю, что когда-нибудь настанет время, когда его деяния будут оценены с юридической стороны. Вот пусть он будет здоров к этому моменту, чтобы он мог ответить на все те вопросы, которые много лет ему, к сожалению, не задавали ни прокуроры, ни следователи, ни судьи. Это человек, который создавал систему криминальной приватизации в стране. Это человек, который лично ответственен за то, что немалая часть национальных богатств России оказалась у узкой группы частных лиц. Это человек, который руководил администрацией президента после 1996 года, а до этого играл активнейшую роль в президентских выборах 1996 года, которые были фантастически нечестными, неравными. Собственно, ровно тогда и сложилась та электоральная система, которую мы видим вот уже более четверти века, которая не допускает оппозицию к власти, которая готова идти на любые подтасовки, любое мошенничество и массированное применение административного ресурса. Поэтому он человек настолько к власти близкий, и вообще говоря, против власти
не сказавши ни слова, он просто тихо уехал. Что я думаю, что ничего ему не угрожает, это не Березовский. Да и, собственно, роль Чубайса в системе власти совсем другая, чем была когда-то у Березовского. И я думаю, что все с ним будет в порядке, он поправится. Я бы не искал тут, опять же, никаких заговоров и новых Петрова с Башировым, как уже рисовали в картинках, которые ходили по интернету, что у него синдром Петрова-Баширова, а не синдром вот этого... Вот кого-то там и Барре, я даже не могу точно воспроизвести этот синдром, опять же, я не медик, как официально сообщалось. Но, тем не менее, ведь появляется информация о том, что создаются различные группы по поиску, там, вычленению, там, борьбе с, в том числе, культурными антироссийскими элементами. Вот, кстати, Иван Ургант уже на эту тему отреагировал. Да, Ургант отреагировал замечательно. Давайте вернемся к Чубайсу. Смотрите, здесь есть принципиальная разница. Да, он позволил себе как-то вообще в предельной мягкой форме дистанцироваться от того, что сейчас делает российская власть. При этом он не подверг ее критике, он ничего не сказал, никого не осудил, никого не разоблачил, не рассказал никакой правды. Кстати, хочу вспомнить, опять же, примерно четверть века назад, может, вы помните, был большой скандал, когда Чубайс и еще группа персонажей были обвинены в том, что они получили огромный гонорар за еще не вышедшую книгу о приватизации. Книга эта потом вышла, она стоит у меня на полке. Честно говоря, никаких особых секретов там в этой книге нет. Я тогда сказал, что если бы действительно была бы написана настоящая история криминальной приватизации в России, то это просто была бы явка с повинной, это просто был бы неоценимый материал для следствия. Но Чубайс ведет себя совсем не так, как ведут те, в том числе и деятели культуры, которые позволяют себе, как у нас сейчас на изоп языке принято говорить, пацифистские высказывания, и абсолютно не противопоставляет себя системе. И я уверен, что это он делает, конечно же, из соображений, ну, в том числе и безопасности, потому что если выступить открыто против, ну, тогда, наверное, тебе что-нибудь будет грозить. Хотя, опять же, я совершенно уверен, что Андрей Борисович, как человек умный и чрезвычайно информированный, чрезвычайно, один из самых информированных людей о всем происходившем в российской власти последние 30 лет, ну, наверняка постарался себя обезопасить и позаботиться о том, чтобы в случае с ним что-нибудь внезапно произойдет, пригрозить раскрытием каких-то крайне неприятных для очень многих до сих пор находящихся во власти персон сведений. Но, опять же, это, конечно, только мои домыслы. Я думаю, что ему ничего не угрожает. При этом, повторяю, оценка моя его крайне негативна. Кстати, вот хочу напомнить, Вадим, вам в этом эфире. Помните, когда в 1999 году реализовывалась операция «Преемник»? Да, конечно. И когда были взрывы жилых домов в Москве и в Волгодонске, когда были таинственные истории с мешками якобы то ли сахара, то ли гексогена в Рязани. Рязанский сахар это называли еще. Конечно. И когда был знаменитый диалог Чубайса и Явлинского на телевидении. И когда Чубайс говорил, что в Чечне возрождается российская армия, а Явлинский, как и все яблоко, выступавший против Второй Чеченской войны, что это предатели. Знаете, я вот надолго это запомнил, это выражение тогда о якобы возрождающейся в Чечне российской армии. И, кстати, ничтожная только часть, абсолютно ничтожная, тех реальных преступлений против мирных граждан, которые были совершены во время двух чеченских войн, оказалась разоблаченной, а уж тем более наказанной. Да, есть немало решений Европейского суда по правам человека, присуждавшего крупные суммы тем, чье право на жизнь было нарушено. Вот так у нас в Чечне возрождалась когда-то российская армия, как об этом говорил Чубайс. Я не случайно задал вопрос по поводу этой группы по борьбе с антикультурными явлениями, потому что это еще одно проявление, появление какой-то организации, структуры, не знаю, как это правильно сформулировать и назвать, которая ищет врагов народа, по сути. Это чистый маккартизм, это абсолютно маккартизм, да. Самая охота на ведьм. Ну, собственно, ведь недаром Иван Ургант предложил использовать имя там сэра Пола Маккарти,
Маккартни, прошу прощения, там для этого в качестве такой легко там читаемой аналогии. Знаете, я это все, собственно, помню. Это все происходило. Ровно это происходило с любым, кстати, там, советским деятелем культуры, который позволял себе сбежать, остаться за границей. Он немедленно объявлялся предателем, изменником, немедленно начинались огромные неприятности его друзей, родственников, начинали трясти сослуживцев. Это же все происходило. Это потом уже те, кто когда-то эмигрировал и был объявлен врагом, они смогли начать возвращаться, снова приезжать в страну, значит, читать лекции, выпускать книги, там, давать концерты и так далее. А тогда они же немедленно объявлялись практически врагами народа. Кстати, очень показательно, что сейчас инициатива создания такой группы по расследованию антироссийской деятельности, сокращенно ГРАД, это вообще смешно, исходит от карикатурной партии «Справедливая Россия» во главе с господином Мироновым, которого я, кстати, знаю тоже уже почти лет 30, и я настолько долго слежу за российской политикой и сам занимаюсь, что я еще помню его приличным человеком 30 лет назад, но потом с ним произошла необратимая метаморфоза, к сожалению. И вот эту партию иногда у нас по ошибке там, кто-то считал оппозиционной. Обратите внимание, что ее члены и депутаты ее фракции обязательно принимают участие в последний год, как минимум, во всех мракобесных реакционных инициативах, а тут решили вообще побежать впереди паровоза. Это они так свою преданность демонстрируют. Я надеюсь, что все-таки до реального преследования не дойдет, но все очень симптоматично. И, конечно, ведь мы же уже видим, по сути дела, репрессии, преследования те или иные, тех, кто позволяет себе, даже не то, что проявлять нелояльность, а тех, кто позволяет себе хотя бы усомниться в верности курса российской власти, в частности, того, что реализуется во время спецоперации в Украине. Мы видим, как составляются запретные списки артистов, которым запрещено выступать и запрещено давать им площадки. Мы видим, как отменяются концерты, мы видим, как отменяются выставки, мы видим, как отказывают в печатании книг и публичных выступлениях. Ну, конечно, люди, как бы, художественные мастера культуры, они нуждаются в таких выступлениях, и сейчас они видят, что любая попытка для них высказать свое мнение, не совпадающее с официальным, она немедленно приводит для них к неприятностям. А тут еще господа типа Володина, кто не знает, это наш спикер Государственной Думы, они начинают говорить, что, дескать, вот, если вы там работаете в государственном театре и вообще получаете деньги от государства, то извольте против государства рот не раскрывать. Знаете, мне хочется сказать, господа, вы забыли, что когда-то там говорила выдающаяся женщина Маргарет Тэтчер? Она говорила, что нет никаких государственных денег. Есть только деньги налогоплательщиков. Это деньги налогоплательщиков уходят на содержание, в том числе государственных театров, на поддержку там, театра, кино, книгопечатания. И люди, которые их получают, они совершенно не обязаны при этом присягать на верность текущей государственной политике. А у нас все время путают отечество и начальство. Знаете, вот у нас в законодательном собрании наши единороссы время от времени начинают нас с Александром Шушловым, а мы, это, собственно, это фракция «Яблоко» в этом городском парламенте, упрекать в недостатке патриотизма, что мы чего-то там не понимаем, почему-то не хотим все дружно поддерживать. Я однажды вышел на трибуну и процитировал фразу из великого фильма о бедном гусаре «Замолвите слово». А вы от имени Отечества не выступайте. Оно само разберется, кто ему друг, а кто ему враг. Ну, кстати, вот по поводу Урганта, хотя вернуться к его фигуре, потому что он очень популярный ведущий, и это уже такой уровень маскульта, да, и то, что Ургант иронично и довольно прямо высказывается о текущей ситуации. Насколько это важно? Вот как вы считаете, сможет ли он, ну, без, конечно, мощностей Первого канала, но, тем не менее, за счет своей популярности, достучаться до какого-то числа людей? Как вы считаете, вот какой потенциал у таких высказываний очень известных людей? Знаете, потенциал, конечно, какой-то есть, но я его бы не переоценивал. Вот я думаю, что сейчас только сама жизнь может заставить кого-то поменять уже достаточно прочно сложившуюся точку зрения на происходящее. А не высказывания известных людей,
эти, те, кто поддерживает происходящее и будет поддерживать, никакой орган не заронит в нем сомнения. Те, кто не поддерживает, также и продолжат не поддерживать. Ургант, может быть, немножечко его укрепит в этом мнении, поскольку человеку очень важно понимать, что он не один. Есть какое-то число тех, кто колеблется или пассивен и вообще открыто не высказывает никак свою точку зрения ни в плюс, ни в минус. Возможно, какое-то количество их самоургантов и подействует. Но, опять же, я бы не переоценивал этого эффекта. Вот жизнь, происходящее, это действительно подействовать может. Может подействовать изменение экономической ситуации, может подействовать рост цен, может подействовать дефицит. Ну, знаете, есть же известно, как бы, вот там ситуация, прошу прощения, когда есть противоречие между холодильником и телевизором. Дима, пауза, чтобы вы могли выйти воды. Я пока напомню, как можно звонить, поскольку, да, я понимаю, иногда такое бывает. Звоните в прямой эфир, телефон, WhatsApp, Viber и Telegram есть на ваших экранах. Дозванивайтесь до нас. Борис Вишневский у нас на прямой связи, поэтому присоединяйтесь к нашему разговору, да, Борис Владимирович? Так, вот, смотрите. Много-много лет назад, прошу прощения за самоцитату такую, я в какой-то статье, которую написал для газеты где-то, по-моему, году еще 89-м, и даже в газету отправил, но туда и никто, конечно, не напечатал, я написал, что эйфория первых лет перестройки захлебнулась, когда стало понятно, что холодильник не подключается к телевизору. Вот на самом деле вот эта борьба между условным холодильником и условным телевизором, о ней много говорят и пишут в последние годы, это ведь совершенно реальный фактор. И лучший агитатор, на мой взгляд, за какое-то прояснение в мозгах и изменение точки зрения, значит, это не Ургант и не другие деятели культуры, которые об этом говорят, а это условный магазин «Пятерочка». Но я думаю, что в Риге тоже есть какая-то аналогичная сеть этих относительно дешевых и массовых магазинов, в которые ходят люди с невысоким достатком. И вот «Пятерочка» или «Лента» есть такая сеть, и когда на протяжении нескольких недель ощутимо люди видят, что сокращается ассортимент, что растут цены, что возникает дефицит на, казалось бы, ранее абсолютно доступные товары, ну, возможно, у них тогда, значит, как-то начнет меняться их отношение к ситуации. Хотя, конечно, при такой мощнейшей телевизионной пропаганде, как мы наблюдаем, я бы тоже этого не очень переоценивал, но процесс этот идет, хотя и медленно. Там крот истории вообще роет очень медленно, как известно, но хорошо. То есть, получается, ждем, когда холодильник победит. Это неизбежно произойдет, как вы считаете? Это зависит от ситуации в экономике. Если тенденции, которые есть сейчас, сохранятся, а я тоже, живя в Петербурге, естественно, их наблюдаю, и рост цен, и сокращение ассортимента, и проблемы большие у среднего и малого бизнеса, и потери рабочих мест, вижу людей, которые уже остались без работы из-за этого, то тогда, наверное, холодильнику все-таки удастся одержать верх в соревновании с телевизором. Ведь, собственно, почему когда-то рухнула советская система? Она рухнула в том числе и потому, что телевизор проиграл это соревнование. Человек выходил на улицу и видел совсем не то, что ему показывают по телевизору. Человек видел, что власть не справляется с поддержанием хотя бы минимально достойного его уровня жизни. Вот этот вот, как часто говорят наши политологи, такой общественный контракт, который когда-то был предложен Путиным обществу, это отсутствие свободы и демократии в обмен на порядок, безопасность и относительный достаток, он подвергается очень серьезной атаке вот именно тем, что ухудшается ситуация в экономике. Скрыть это невозможно. А что касается Санкт-Петербурга, потому что вот и наши зрители тоже обратили на это внимание, у Питера достаточно большие традиции там свободной журналистики. Вспоминают Александра Невзорова, который сейчас не в Питере, но, тем не менее, тоже весьма активен, как и в период 600 секунд. Один из самых популярных журналистов, лидеров мнений из Санкт-Петербурга, который, конечно, общероссийский. Это вы у ваших соседей в Литве. Спросите, какой Александр Невзоров. Да, мы знаем этот феномен свободной журналистики.
У меня личное отношение к нему достаточно негативное. Я хорошо помню, чем он занимался вот тогда, вот во времена как раз в том числе и 600 секунд. Да, сейчас по каким-то причинам ему выгодно быть другим. Но он умеет мимикрировать и неплохо. Но к свободной российской журналистике я его не относил бы никоим образом. К сожалению, часть журналистов, которые работают в Петербурге, они покинули страну, хотя, в общем, небольшая. Там некоторые издания просто перестали выходить, а оставшиеся вынуждены жить в условиях очень жестких ограничений, потому что у нас сейчас действуют законы, которые могут повлечь административное или уголовное преследование фактически за любое высказанное мнение о спецоперации, отличающееся от официального. И на журналистов это тоже, естественно, оказывает сильнейшее воздействие. У нас 7 или 8, по-моему, человек в Петербурге, они находятся под следствием вот по этой статье чудовищной Уголовного кодекса якобы о фейках об армии. Я, кстати, за большую часть из них давал личные поручительства, но это очень мало, к сожалению, помогло. И понятно, что журналисты сейчас очень сильно ограничены в своих действиях. Свобода слова, свобода СМИ, она фактически попрана, может, еще не полностью, но в очень серьезной степени. Опять же говорю, мы с Александром Шушловым внесли проект заявления, фракция «Яблоко» его разработала в нашем городском парламенте, о том, чтобы все-таки были отменены вот эти вот законы об административном и уголовном преследовании за дискредитацию вооруженных сил или за фейки. Но, к сожалению, это заявление даже не удается пока поставить на голосование. Процесс этот блокируется, и мы понимаем, что большинство наших коллег, наоборот, считает, что все хорошо. Но это очень серьезные ограничения не только работы журналистов, это ограничение права общества на получение достоверной информации о происходящем. В общем, это базовое конституционное право, и оно, на наш взгляд, открыто попирается. На ваш взгляд, все-таки, вот если мы говорим о Невзорове, о Собчак, о достаточно популярных в Ютубе персонажах, журналистов, не журналистов, ведущих, сейчас не время объединять эти усилия для какой-то общей цели. Вот как вы считаете, насколько это может быть эффективно? Или все-таки не имеет смысла это делать, опять же, учитывая и ваше отношение к Невзорову, да и у многих других оно такое же. Ксения Собчак — это такая же свободная, в кавычках, журналистика, примерно как и Невзоров. Человек, который участвовал в путинских комбинациях, когда были выборы, это человек, который, когда было выгодно, власть поддерживал, когда стало не очень выгодно, стал изображать фронту. Я бы вообще, повторяю, такую свободу журналистики бы не относил бы никоим образом. Что у нас сейчас вообще осталось, по большому счету? Вот изо всех сил пытаются работать мои коллеги из «Новой газеты». Сейчас в судебном порядке пытаются их лишить лицензии, часть моих коллег, они создали проект «Новая газета Европа», и печатают все, что можно, я тоже с удовольствием иногда посылаю свои тексты. Вместо «Эхо» уничтоженного есть два YouTube-канала очень интересных, один на месте федерального, это «Живой гвоздь», второй на месте питерского «Эхо», ищем выход. Те же эховские журналисты работают, ведут эфиры, зовут гостей. Я тоже с удовольствием всегда принимаю их приглашения, и это очень хорошо и очень важно. Значит, и есть еще «Радио Свобода», конечно, у которого тоже сайты заблокированы, но тем не менее все уже научились, кто хочет пользоваться VPN, и могут это смотреть. Значит, есть ваш канал, есть и другие. И, конечно, всякий, кто хочет узнать правду о происходящем, он может ее узнать. Проблема в том, что далеко не все хотят. Что очень многие, имея возможность получить альтернативную официальную информацию, получать ее не хотят или отторгают ее от себя. Это известный психологический феномен. Человек от себя отталкивает то, что противоречит его сложившейся точке зрения. Говорит, что это все неправда, это все фейки, это все придумано, этого не может быть. Это такой способ психологического самосохранения. И тем не менее, повторяю, большое число журналистов, блогеров, политических аналитиков, они стараются выступать при любой возможности и говорить правду о происходящем. Это важно необычайно. Вот этот ручеек свободной информации, к счастью, не иссяк. И можно
из него напиться и получить такую тоже психологическую поддержку, потому что, конечно, мне страшно даже подумать, что происходит с людьми, которые имеют возможность, вот как там в колониях наших, там смотреть там только государственный телевизор и ничего больше. Это фактически еще одна пытка. Спрашивают вас про то, как раскручивается маховик репрессий в Санкт-Петербурге, то есть отличаетесь ли вы чем-то от остальной России, от Москвы, или, в общем, вы в рамках, скажем, всей страны? Нет, знаете, мы ничем не отличаемся. Вот против, опять же, моего коллеги Александра Шушлова, он очень известный политик, он был и депутатом Государственной Думы, и уполномоченным правом человека в Петербурге. Против него завели административное дело, что он якобы дискредитировал наши вооруженные там силы, ему грозит крупный штраф, а провинился он тем, что он мало того, что отказался встать, когда в нашем ЗАГСе вспоминали о Жириновском, я бы тоже не встал, но я больница просто был в этот день, но еще и написал потом и сказал, что Жириновский – это человек, который всегда разжигал агрессию, ненависть, войны, и это совершенно вообще недопустимо сейчас в такое время, значит, почитать его память. Вот за это его обвинили в дискредитации российской армии. У нас несколько десятков, может, уже даже к сотне приближается постепенно. Я не смотрел последнюю статистику в Петербурге вот, административных дел по дискредитации армии. И вот, повторяю, значит, там 7 или 8 дел по фейкам об армии. То есть маховик раскручивается ровно так же. Сейчас в Москве, кстати, придумали еще одну вещь. Там мои коллеги из «Яблока» участвуют в муниципальных выборах, так против них возбуждаются административные дела якобы за демонстрацию экстремистской символики. Вот моему товарищу Андрею Мореву, значит, ему на машину рано утром, пока он был в суде, кстати, значит, ему приклеили там в символику этого пресловутого умного голосования. Кстати, Андрей, как и я, и мои коллеги категорически против этой технологии. Я как-то у вас, по-моему, в эфире тоже объяснял, почему. Потому что невозможно выбирать негодяя номер два вместо негодяя номер один. И посмотрите, как сейчас эсеры и коммунисты ведут себя в Государственной Думе неотличимо от единороссов, хотя за них предлагалось умно голосовать. Но за эту наклейку Андрею вменили административное наказание, а это влечет за собой в течение года невозможность участвовать в выборах. Еще кое-кто из моих коллег получил такое же наказание и тоже лишен возможности участвовать в выборах. Вот такая история. Значит, в Псковской области тоже будут муниципальные выборы, там изо всех сил тоже мои коллеги из «Яблока» стараются прессовать, чтобы не допустить к выборам одномандатников или списки, приходится там судиться до бесконечности, там доказывать элементарные вещи. В общем, маховик репрессии у нас в Питере мало чем отличается от других городов, к сожалению. Я понимаю, почему это происходит. Цель ведь очень проста. Цель – это создать иллюзию единодушия, чтобы все несогласные бы замолчали. Когда несогласные молчат, очень легко доказать, что все согласны, и сказать, что есть единодушная поддержка действий властей. Замолчать можно только, используя механизм страха. И, конечно, когда люди видят, что даже можно получить административный штраф, там не только там за надпись «Нет войны на сумочке», но и за то, что ты стоял в стороне и выражал молчаливое согласие с происходящим, что называется, дальше будет только уже, что он плохо думал о спецоперации, что подтверждалось унылым выражением его лица. Ну, что еще можно придумать, понимаете? Уже наказание за мысль о преступлении. Но, конечно, эта ситуация очень многих заставляет быть крайне осторожными, действительно не высказывать свое мнение в публичном пространстве, опасаясь преследования, потому что даже штраф там, в 30, 40, 50 тысяч рублей для очень многих это очень серьезно. Кстати, мы все время там собираем там деньги на штрафы вот тем, кто получил такие наказания. Это и не только мои коллеги из «Яблока», это и гражданские, и политические активисты из разных городов. Но вот с помощью такой общей там солидарности стараемся им помочь эти штрафы оплатить. Спрашивают вас про Гоблина. Дмитрий Пучков, его канал заблокирован. Это тоже питерский популярный ведущий на Ютубе или в Ютубе. Как вы оцениваете то, что с ним происходило? И вообще роль Гоблина во всей политической истории, он из другого лагеря, как мы знаем, он там за Сталина. Мы однажды делали с ним интервью еще до войны. Ну, достаточно радикальные вещи он озвучивает. Ну, что с Гоблином? Знаете, я скажу так. Гоблин для меня абсолютно отвратительный персонаж.
человек, который распространяет, на мой взгляд, абсолютно отвратительные для меня лично и очень для многих идеи. И, знаете, я не Вольтер. Хотя это высказывание, приписанное Вольтеру, на самом деле, как говорят, это фейка, он такого не говорил. Я не готов отдать жизнь за то, чтобы Гоблин бы свободно бы говорил то, что он говорит. Это его личные взаимоотношения с администрацией Ютуба. Я за него заступаться в данном случае абсолютно не намерен, потому что, повторяю, то, что он говорит в публичном пространстве, мне лично абсолютно отвратительно. Я никогда не стал бы инициатором его запрещать или ограничивать, но поскольку, повторяю, мне это отвратительно, то уж точно не у меня он будет искать поддержки и сочувствия. Дмитрий Медведев обещал за него отомстить. Гоблин сначала не поверил, потом уточнил это. Настоящий Медведев сказал: «Дмитрий, мы за вас отомстим». Как вы считаете? Знаете, некоторое время назад вот, в канале Медведева был размещен совершенно такой, я бы сказал, там громогласный пост, где уже грозили и Казахстану, и Грузии, не помню там еще кому. Возник дикий скандал, значит, от имени Медведева заявили, что его взломали, что они идут расследования. Знаете, я тогда написал, что если Медведева взломали, то, мне кажется, что произошло уже очень давно, потому что на протяжении последних нескольких месяцев то, что исходит от человека, который все-таки когда-то занимал должность президента Российской Федерации, ну, у меня вызывает только, я бы сказал, такой там смех, там смешанный с брезгливостью, потому что трудно предположить, что вот действительно человек там образованный, воспитанный и хоть немножко интеллигентный может себе позволять такую лексику и такие выражения. Значит, если это действительно пишет он, то зачем он так выпрыгивает из штанов, там стремясь доказать, что он больше роялист, чем король, мне лично абсолютно непонятно. Воспринимать это всерьез невозможно. Ну, почему он хочет заступиться за Гоблина, я понимаю, они действительно уже довольно близкие по лексике персонажи. Пусть заступается. Но я не думаю, что заступничество Медведева Гоблину как-то поможет. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир. Борис Вишневский, политик из Санкт-Петербурга, был с нами на прямой связи сегодня. Спасибо и всего доброго. Спасибо. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, высказывайте свои мнения, задавайте вопросы. Сейчас свяжемся с политологом Георгием Сатаровым, поговорим с ним о том, что происходит. Вы также задавайте свои вопросы, делайте это через WhatsApp, Viber, Telegram, с помощью телефона. Можно до нас дозвониться и просто задать вопрос напрямую. Ну и, конечно, пишите в чате, не забывайте ставить лайки. Сейчас их 390, давайте дойдем до 500, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Я думаю, что нам это под силу, увеличить количество лайков и увеличить активность алгоритмов YouTube для того, чтобы, повторюсь, они нас активнее рекомендовали и предлагали большему количеству зрителей. Поэтому, если не сложно, поставьте. Ну и, конечно, не забывайте про донаты, значок доллара внизу под чатом. Можно кликнуть, выбрать и поддержать, или по PayPal, ссылка есть в описании. Ну и также всех призываю подписываться на наш Telegram-канал, там тоже активно все развивается. Мы информируем вас о происходящих событиях в мире. Ссылка на Telegram закреплена сверху в нашем чате. Сейчас мы будем связываться с Георгием Сатаровым, вы также сможете задать ему свои вопросы. Ну и я напомню, что мы сегодня говорим и о болезни Чубайса, и о скандале с Amnesty International. Они там выступили докладом по Украине. Украинская сторона обвинила их в том, что они выступают против Украины. Ну и далее там последовали извинения. Чуть позже об этом поговорим. Георгий Сатаров у нас на прямой связи. Георгий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с Чубайса, потому что на этой неделе это было одной из самых обсуждаемых тем. Как считаете, что это было? Вот на ваш взгляд, что там произошло? Представления не имею, но слишком ограниченная информация. Но я, честно говоря, насколько я могу представить себе, конечно, психотипы, психологию Путина, то вряд ли от него мог исходить сигнал об уничтожении.
мне это представляется крайне сомнительным. Поэтому остаются только версии, если это какая-то агрессия против него, то это чья-то инициатива, независимая от Путина, либо это источник его проблем, ну, не в этой сфере. А, ну, это, как сказать, какие-то проблемы с организмом. Я не вижу, исходя из моих представлений о сущем, что тут может быть как-то по-другому. Ваш взгляд, все-таки в этом не заинтересован, учитывая, что есть опыт, да, там, с Навальным, с Литвиненко, опять же, в котором подозревают там прямое участие Владимира Путина. Почему еще Байс не входит в возможную цель, в качестве возможной цели не подходит? Я думаю, что, ну, так сказать, он, Путин не относит Чубайса к не своим, не относит к попутчикам все-таки, ну, Чубайс довольно много сделал для него, чтобы он из этой тяжелой ситуации в Питере перебрался в Москву и укоренился там и начал свое восхождение. Это главное. Путин очень осторожно относится к тем, кого он считает, ну, достаточно близкими. Он, и Чубайс в этом смысле близок к нему. Задают вопросы наши зрители, но ведь да. Чубайс, по сути, один из таких высокопоставленных чиновников, очень близко к Кремлю, которому, судя по всему, разрешили вырваться и уехать. Остальные либо остаются, либо там повязаны кровью, как было на заседании Совета Безопасности. Да, но то есть Чубайс исключение. Да, но это связано именно с теми, кто может быть классифицирован как попутчики. К ним относится по-другому совершенно. А Чубайс, мне кажется, что принадлежит для Путина категории своих. Еще вопрос спрашивают вас о инициативе искать врагов в сфере культуры. Там вот группа под названием «Град» была сформулирована. Иван Ургант на эту тему высказался в такой прямой, но ироничной манере. Назвал это, он упомянул, конечно, Маккартни, а не Маккарти, того самого сенатора, от которого пошел маккартизм, но тем не менее. Вот это как вы можете прокомментировать? Это уже инициатива на местах или это часть некой идеологии и стратегии? Я думаю, что это инициатива, потому что уж больно это звучит саморазрушительно. У режима и так большие проблемы с легитимностью. Я уж не говорю о легальности, но с легитимностью уж точно это более-менее понятно. И они обычно ищут поиск, ну, где-то в интеллектуальной сфере культурной поддержки, культурной элиты. И здесь устраивать охоту на ведьм, ну, это крайне непредусмотрительно. То есть можно высказывать две гипотезы. Ну, для меня это, скорее всего, частная инициатива. Но теоретически нельзя исключать, что для режима, который, в общем-то, находится в состоянии несколько паническом, возможны и, скажем так, непродуманные действия, если мягко формулировать. А на ваш взгляд, для путинской власти кто важнее, условно Филипп Киркоров или условно Людмила Улицкая? То есть то, что можно отнести к большому искусству или к маскульту? То есть по охвату, наверное, Филипп Киркоров может охватить гораздо большее количество людей. То есть имеет ли смысл, скажем, Кремлю бороться за Серебренникова, за Улицкую, за Гребенщикова, ну и за тех, кого относят, ну, можно сказать, к элитарному искусству? Я понял смысл. Дело в том, что когда начинается охота на ведьм, и пример как раз
с маккартизмом довольно показателен. Когда начинается такая кампания, она обычно приобретает какую-то самодвижущуюся силу, и ей нужно поддерживать себя, поддерживать свое существование только за счет одного – это расширение. Это просто неизбежно. Так устроена социальная природа, так это живет. Это живут такого рода вещи. Поэтому это опасность. Скажем, она может какое-то время проходить по действующим границам, а потом они начинают размываться. Спрашивает вас Анна про охранников Путина. Есть ли вероятность, что кто-то из них окажется нелояльным своему хозяину и своему руководителю? Этого исключать нельзя. Я напомню, например, историю с Горбачевым, когда руководитель его охраны оказался среди ГКЧПистов, среди тех, кто устраивал его блокаду в Форосе, или Форосик, там как-то. Скорее Форос, если по-гречески произносить. Поэтому тут ничего нельзя исключить. Абсолютно. Но, тем не менее, вот эта структура протокола безопасности, она как-то по-особенному выстроена? То есть, как вы считаете, насколько Путин перестроил, переделал вот ту систему безопасности, которая там существовала в России для первых лиц? Этого я просто не знаю. Я исхожу из исторических прецедентов. Поэтому... Нет, тут у меня просто нет информации, я не внутри, далеко здесь снаружи. Здесь как раз спрашивают по поводу того, на какой стадии находится война в Украине. Еще вопрос, в каком случае Путин может отдать приказ взорвать Запорожскую АЭС? Вообще, все, что касается АЭС, в последнее время очень много тревожных новостей оттуда идет. Я согласен, меня тоже это... тревожит просто как человека. Я не отношу это к достаточно вероятным, серьезно вероятным событиям. Это не в манерах и не в психологии Путина. Он скорее... склонен к действиям таким пошаговым, постепенным, чем таким взрывным. И это... Не говоря уж о том, что в любом случае это будет делать не он, он может отдать приказ. Будет ли такой приказ выполнен? Это точно так же, как с нажатием кнопки. Примерно, да? Нет, это хороший инструмент для шантажа, для постоянного давления, к чему он склонен вполне, но не для критических действий. Вы сказали о том, что Путин человек, который шаг за шагом выстраивает свою политику. Но здесь можно сразу вспомнить 24 февраля. Для многих это стало тем самым взрывом нажатия красной кнопки, неким непредсказуемым результатом. То есть вы считаете, что все-таки это было в рамках существующей логики, да? Абсолютно. Дело в том, что это началось со спецоперации по аннексии Крыма. И не случайно здесь оказалось, этот термин спецоперация оказался таким сакральным для Путина, для режима, для СМИ. Это непоколебимо. Нельзя это называть просто никак иначе. Он долго находился под гипнозом успеха этой операции. Я не знаю, как сейчас, но для него это было существенно. Он этим гордился. Это очевидно совершенно. И тому есть публичные свидетельства. И он именно поэтому он мыслил этот следующий шаг именно как спецоперацию. Может быть, более мощную, но это спецоперация. И в этом была, конечно, ключевая ошибка.
А сегодня то, что происходит в Сербии, ну там вот была вспышка, сейчас вроде затихла, потом еще Тайвань, ну там уже американцы постарались все это, и мы наблюдаем, что то там в мире очень сильно загораются какие-то потенциальные конфликты, и не знаешь, рванет, не рванет, перерастет ли это в большую полномасштабную войну. Насколько здесь велика роль России, есть ли она, или, скажем, некоторые вещи уже приписываются просто постфактум? Ну, тут могут быть разные версии. Во-первых, ну, да, уже значит, вот, циркулирует версия, что это что это влияние России, направленное на то, чтобы разбавить вот это концентрированное внимание всего мира на том, что происходит в Украине. Это первое. А есть еще одна версия, не нужно о ней забывать. То, что это после действия ковида. Нам рассказывали, и не без оснований, что он, то, что называется, бьет по слабым точкам. Наш мозг тоже бывает часто слабой точкой. Этого нельзя исключать. Наконец, нельзя исключать и третий версии вполне вероятны. Это так называемая, сейчас я вспомню этот термин. Это вот есть такая метафора куча песка. Представьте себе, что вы на пляже потихоньку сыпете песок в одну точку. Появляется кучка. Она плавно растет, и в некий момент она вдруг, значит, идет обвал, да? Вот. Это проблема такой эволюционирующей критичности, которая может сначала медленно накапливаться, а потом вдруг создать взрыв. Так в природе бывает. Некоторые, вот современная, например, эволюционная теория рассматривает некоторые такие серьезные изменения в видообразовании как раз с такими механизмами. И последние научные веяния рассматривать с этой точки зрения, в том числе и такие критические социальные изменения. Это тоже работающая версия. И какая из них верна? Я не знаю. Вот. Но это может вести к Третьей мировой, потому что вот, ну, периодически об этом, конечно, говорят, что вот там загорается. И вот если взять эту ассоциацию, с которой вы сказали, в какой-то момент все это может рухнуть. Может, еще это не рухнет. Значит, и это и есть Третья. Да. И с этой точки зрения очень тяжелая была вот эта ситуация с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, да? Потому что там сошлись близко друг к другу две очень мощные вооруженные силы, противостоящие друг другу. А там проблема в том, что повышается вероятность некой случайности, случайного попадания, допустим, в самолет, предупреждающего выстрела, попадания поражающего самолет и гибель летчика там и так далее, и так далее. И дальше может начаться нечто, что действует по логике конфликта, а не по политической логике. Вот это главная опасность. И проблема предусмотрительных политиков не подходить к такой черте, что, на мой взгляд, было нарушено. Но есть ведь еще один аспект. Это то, что Китай, который, в общем, наверное, можно использовать этот термин, был унижен. И он таким образом, Китай, как мы видели, занимал достаточно осторожную позицию в отношении России, старался балансировать, несмотря на все противоречия США. И что теперь мешает Китаю идти на сближение с Россией в этом большом геополитическом конфликте вот после Тайваня? Как вы считаете, можно ли это рассмотреть? Экономика прежде всего, потому что западный рынок для Китая – это гиперсущественно. Ну как, для всякого, кто бывал там последние 15 лет в Америке, знает, какое количество китайских товаров там лежит на прилавках. Начиная там от достаточно технологичных, типа холодильников там и прочее. И вот, я просто был на одном заводе в Китае, который
по японской лицензии клепал холодильники и поставлял их в США. Вот, и на них была написана, естественно, вот эта марка японского холодильника. Вот, поэтому, прежде всего, экономика. И тут есть еще одна фишка, очень простая. И там грядут выборы. И в США, и в Китае. И там попытка не потерять лицо. И вот она приводит к таким опасным ситуациям. Вопрос из чата. Как вы оцениваете, что ряд стран Евросоюза отказываются выдавать виды россиянам? Там есть исключения по гуманитарным соображениям. В Латвию тоже уже нельзя приехать, там только если на похороны близкого человека, на лечение. Ну, еще есть ряд допустимых возможностей. Насколько это справедливо по отношению к россиянам, которые, допустим, уезжают из страны или хотят уехать из страны? Ваше мнение? Ну, честно говоря, мне не кажется это сильно справедливым. Другое дело, что понятно, что любая селекция, которая может быть введена, она трудно реализуема. Это слишком тяжелая бюрократическая задача. А понятно также, что введение таких ограничений, они обычно следуют за какими-то нетривиальными ситуациями с конкретными людьми, пересекающими границу. Это, и я их понимаю. И у меня нет права возмущаться этим. Единственное, что меня более-менее успокаивает, что в моих ближайших планах нет пересечения границы. Вы чувствуете изолированность России вот сегодня? Это уже ощущается? Или вот просто люди, которые приезжают из Москвы, говорят, ну, ничего, по большому счету, не изменилось. Как жили, так и живем. Ну, где-то ну, там нет, параллельно нет. Фоном идет история про спецоперацию. Значит, H&M объявил в России последнюю распродажу перед уходом, и какие там были дикие очереди, это просто трудно себе представить. В Москве ушло огромное количество. Например, там моя семья находилась в довольно жесткой зависимости от некоторых ушедших фирм, типа IKEA там, и так далее, и так далее. Да? Ну, там подушки было приятнее покупать в IKEA. Или там что-нибудь из мебели и так далее, и так далее. Вот. Нет, это чувствуется на самом деле, безусловно. И я это не чувствую по контактам. Вот. Но в быту это чувствуется, конечно. Безусловно. Еще вопрос от зрителей. Что с Ютубом? Какие настроения? Что думаете? Как долго протянет? Протянет ли? Я об этом думал, естественно, поскольку, как вы знаете, у меня есть небольшой каналчик на Ютубе, вот, под гордым именем Георгий Сатаров. Да, всех призываем подписаться, кстати. Да, приходите, я сегодня интересный ролик запустил туда. Вот. Еще он готовится к выпуску, через часик. Вот. Я об этом думал, и у меня есть, естественно, запасной аэродром, это Телеграм. В Телеграме я тоже могу вывешивать ролики, я могу вести эфиры в Телеграме, и уже попробовал. Все как бы запасной аэродром испытан. Вот. Поэтому в случае чего есть куда эвакуироваться. Я слышал такую точку зрения, что если, допустим, российские власти решают запретить YouTube, закрыть его, то, в общем-то, условно говоря, либерально мыслящая аудитория не пострадает, потому что у всех или уже есть VPN, или будет VPN. И они будут смотреть то, что, в общем, смотрели и раньше. Но пострадают-то как раз те, кто смотрит Соловьева, потому что это более консервативная публика, и они VPN вряд ли будут устанавливать. Соответственно, это то, что может на просмотрах в Ютубе не отразиться у, скажем, там, Дождя, условно говоря, или других телеканалов. Как вам такая точка зрения?
Ну, «Дождь» я уже смотрю, вот этот возобновленный, естественно. Понятно, что у меня есть VPN. Он сейчас отключен, потому что в этом нет необходимости. И он же все-таки... Хорошие VPN поджирают ресурсы все-таки. Имеется в виду трафик. Часть трафика берут на себя, когда надо вот все это делать. Влетают вот. Это по миру. Да, крутить все это дело. Вот, поэтому тут Телеграм-то проще. Ну, они могут все перекрыть, но черт его знает, каковы шансы. Не знаю. Дело в том, что YouTube уж больно дорог публике совершенно разного толка, которые там смотрят совершенно разнообразные вещи, в том числе там, музыка, кино и прочее. Ну и, кстати, детский канал я по своему ребенку знаю, потому что таких рейтингов ни один политический канал не получает. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш прямой эфир. Георгий Сатаров, политолог, был с нами на прямой связи. Всем рекомендуем подписаться на канал Георгия Сатарова в Ютубе. Найдите это просто. Спасибо вам большое и всего вам доброго. Всего доброго, спасибо. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте. А сейчас представим вашему вниманию Грэм Ньюс с Анной Лейтланд-Григорьевой, которую Анна подготовила как раз накануне. Давайте посмотрим, что там. А потом вернемся в прямой эфир и продолжим. Здравствуйте, это Грэм Ньюс. Здесь мы коротко рассказываем вам о главном из сказанного в Грэмме за неделю. На этой неделе фокус событий в Украине немного сместился на другие зоны возможной эскалации. Новости о нарастании конфликта между Сербией и Косово, частичная мобилизация в Нагорном Карабахе и напряженность на Тайване в связи с прилетом Нэнси Пелоси. Китай, кстати, обещал жесткий ответ, но пока ограничился только угрозами. Наш земной шар наполняется войнами, где-то тлеющими, где-то действующими в острой фазе. Выгодны ли Владимиру Путину эти вспышки конфликта параллельно с войной в Украине? Об этом историк Тамара Эйдельман. Вот это, безусловно, история выгодна Путину, потому что чем больше Китай ссорится с Соединенными Штатами, тем больше шансов, что он будет поддерживать Россию. Потому что пока что Китай, ну, какую-то такую занимает странную позицию. Вроде бы как он и готов торговать с Россией, не готов соблюдать, вводить санкции, но при этом все-таки и тоже там поддерживать вторжение в Украину они не решаются. И, конечно, если вот эти все события, ну, как мы знаем, на Востоке сохранение лица – это очень важная вещь. И вот, конечно, сейчас Китайская Народная Республика в какой-то мере потеряла лицо, очевидно, с их точки зрения, потому что американцы настояли на своем. Если это их подтолкнет к большей поддержке России, это будет очень печально. Потому что, конечно, если бы Китай в вопросе об Украине присоединился безоговорочно к позиции США и Евросоюза, то это был бы большой удар для Путина. Анатолий Чубайс, который покинул Россию в самом начале войны, снова стал одной из самых обсуждаемых персон на этой неделе. Журналист Ксения Собчак сообщила, что он находится в реанимации, намекнув на возможное отравление бывшего главы Роснана. Информация о состоянии Чубайса по-прежнему противоречива. Собчак со ссылкой на жену Чубайса, Авдотью Смирнову, пишет, что он стабилен, однако все еще в реанимации. У политика частично парализовано лицо. Что значил Чубайс в окружении Путина? Об этом журналист Михаил Светов. Чубайс и люди, которые пошли на прямое предательство, плюс, ну, с точки зрения системы, я имею в виду, разумеется, то есть уехали, пусть Чубайс молчал, но он уехал демонстративно после начала войны, это уже не первый раз, когда подобных людей травят. Мы не знаем, отравили ли на самом деле Чубайса, но, как бы, я думаю, никто этому не удивится, если эта информация подтвердится. Поэтому в данном случае это просто намек каждому, кто находится внутри системы, что, ребят, вы попытаетесь поменять лояльность, перейдете на другую сторону, мы вас достанем. Это методология, на самом деле, метод тот же, который используют, например, израильские спецслужбы, да, где они системно
системно и последовательно преследуют врагов Израиля спустя 10 лет, спустя 15 лет. Тех, кто участвовал в преступлениях Второй мировой войны, преследуют вплоть до их глубокой старости, чтобы послать месседж, что никто не уйдет ненаказанным, даже спустя десятилетия. Путин, мне кажется, это, чекисты это хорошо понимают, и они примерно такую же стратегию для себя избрали. Запугивание. А почему, на взгляд, Чубайсу разрешили уехать? Вот как раз многие обсуждали этот момент, да? Чубайсу разрешили выехать. И тогда обсуждался вопрос, что как-то откупился, не откупился, дали добро, то есть зеленый свет, мол, уезжай, хорошо, мы тебя не тронем. То есть это было показательно сделано, сначала отпустить, потом, опять же, мы этого не утверждаем, но есть предположение, что все-таки отравить. Как это? Ну, опять же, мы в полной мере не владеем всей информацией, что произошло с Чубайсом, на каких условиях он уехал. Это все-таки человек был действительно сильно высокопоставленный, и были ли люди в России, которые действительно могли его вот так вот по щелчку пальцев остановить, это на самом деле большой вопрос. Может быть, просто они не были в курсе, что он уехал тогда, когда он уехал. Поэтому здесь есть пространство для интерпретации. Путин убил комара одной левой. Такие заголовки сопровождали видео, где Путин расправляется с напавшим на него комаром. Российские госсми, пытаясь подчеркнуть победоносность и силу Путина, на самом деле в очередной раз обратили внимание на проблемы со здоровьем у президента России. Разговоры об этом уже, кажется, набили оскомину, но на этой неделе политолог Валерий Соловей, ссылаясь на свои источники, раскрыл в Грэмми некоторые малоизвестные детали о диагнозе и лечении Путина. На самом деле обращает на себя внимание то, что официальный кремлевский пул помещает такое видео, которое должно продемонстрировать, видимо, сохранность физиологических функций Путина. И это само по себе уже наводит на некоторые размышления. Вполне естественно и с однозначным выводом. А почему убил левой рукой на правой щеке? Ну, там же хорошо заметно, что правая прижата к телу. Ограниченная подвижность правой руки, тремор правой руки. Мы не раз уже видели массу небольших видео, роликов, где Владимир Владимирович просто вибрирует. Той или иной частью тела, обычно это относится там, к правой руке, правой ноге. Ну что делать? Болезнь Паркинсона, лекарства, интенсивное лечение. Они позволяют снимать симптоматику эти лекарства. Но есть и другие лекарства, которые... Это нейромодуляторы, которые, значит, направлены там на снижение эффектов, точнее, эффектов от ракового лечения, негативных эффектов. В общем, все это влияет на него вполне определенным образом. И это влияет на его способность принимать решения. Я много раз об этом говорил. Оценивать ситуацию, когда у человека поражена уже, по всей видимости, фронтальная зона, фронтальной доли головного мозга, ну, здесь, понимаете, можно только гадать, к чему это приведет. Но эти гадания, учитывая статус Путина, его ресурсы, они все как-то находятся в очень мрачном русле. По информации издания «Медуза», в Кремле подготовили новую методичку о том, как пропаганда должна рассказывать о войне. Спецоперацию нужно сравнивать с крещением Руси, а Путина с Александром Невским. Подробнее об этом журналист Кирилл Набутов. Это работает на тех, кто ничего не знает и, как говорится, у кого сознание аквариумной рыбки. Это можно все рассказывать абсолютно, что Ленин был волосатый, что последний русский царь был гомосексуалист, и поэтому его свергли, вот, или что-нибудь еще в этом роде, или про современное что-нибудь можно тоже рассказать. Это же все рассчитано на такую погонюху, которую нужно засирать мозги просто массам народа, не вторгаясь в детали. А если начать чуть копаться, но любому человеку, хоть немножечко читавшему историю, я совсем примитивно, вот я отношусь к таким, ну, все же, в общем, совершенно понятно какие-то вещи, что все не так просто в истории, что все было по-другому. Это сегодня в этой бумажке говорится о том, что сегодняшняя Россия – это Русь. Хотя никто на самом деле… Да, никто не знает, что такое Русь на самом деле, вообще откуда слово взялось. Вот вы живете в Балтии. Там недалеко есть страна Финляндия, и самая такая ясная версия, откуда возникло слово «Русь», по-фински «Русь», «Россия» — это Швеция. И, соответственно, оттуда из шведско-датских краев варяги пришли и стали двигаться по речкам, по Ловоте, там, по Волхову, потом, ну вот из варяг в греки путь, да, и потом в Днепр, под Днепру, дошли до Киева, бла-бла-бла. И пошли дальше. Вот такая основная версия, что Руси откуда? Это люди из Руси, то есть из Швеции, то есть варяги.
варяги. А потом уже это слово стало применяться ко всем племенам славянским, которые жили по этим рекам, которые постепенно попали под власть варяжских князей. И вот все эти же были варяги. Святослав, Ольга, Владимир Ясносолнышко, который крестился и прочее, прочее. Если чуть почитать, становится понятно, что все было не так. Это же так, вот взяли и вся Русь крестилась. Мы все русские, сразу бах, и все стали православными. Ну, бред же собачий, правильно? Один князь Владимир Киевский, он незадолго до этого, наоборот, молился этим идолам, Перуну, поставил эти огромные идолища на берегу Днепра, потом его переклинило. Почему переклинило? Он что, вдруг просветлел, вот он как бы увидел свет веры православной. Это можно рассказывать людям, которые там книжек не читают. Это была большая политика, он торговался, к нему приходили мусульмане, к нему приходили иудеи, между прочим, в том числе. Предлагали там зайти в мусульманскую веру. Он сказал, не, вот, по легенде, не, ребята, знаете что, веселье наше есть питье, то есть как бы бухать не бросим, поэтому ваши мусульманские темы отвалите. Приходили действительно иудеи, тем более рядом был хазарский каганат, где иудаизм был. Ну, все было сложно. Он крестился, а дочка его нет, а сын его нет. То же самое Невская битва. Что такое Невская битва? Невская битва касается чувака, который в бронзе стоял некоторое время в центре Риги, а сегодня стоит в Юрмале на Дзинтеру проспекте. Это Петр Первый. Огромный Петр Первый, бронзовый, размером с медного всадника. Знаете эту историю про рижского Петра, да? Ну да, он его... Это Гомберга как раз. Памятник. Женя Гомберг его восстановил, да. Он же там валялся на дне моря. Решили 20. Восстановить его там в центре Риги, поэтому да, да, блуждал да, по районам. На том месте, где стоит Милда, где стоит статуя свободы латышской, стоял Петр Первый. Он был поставлен на 200 лет захвата Риги Петром. В 1910 году. 200 лет основания. Да, и 800 лет Риги. Короче говоря... Невская битва была нужна Петру Первому для того, чтобы оправдать захват территории на берегах Невы, где он поставит порты, город и крепость. И вот было сказано, вот здесь Александр Невский побил шведов сучьих детей. Вот здесь это русское все, и мы здесь сейчас монастырь память это. А затем и крепости. А на самом деле Петру Первому в первую очередь был нужен выход к морю. Был нужен порт, чтобы можно было торговать. Потому что Россия не имела выхода к морю. Вот и все. И под это дело подгонялась идеологическая составляющая, база. На самом деле серьезные историки говорят, что если и была какая-то битва, то выше по течению, там, где Ижора впадает, не такая же она значительная была. Придумали историю, разыграли. Политики всех стран мира всегда так пользуются, такими же схемами. Ну а сегодня, на ваш взгляд, вот когда используют... Извините, последнее, Вадим, последнее, самое жуткое то, что прозвучало сейчас... Что значит там спецоперация, так называемая, проводимая в Украине, вот в том числе это борьба с безбожниками, да? Что-то в этом роде. Я когда, вот тут шутки шутками, я когда слышу, мне становится противно очень. Ну, во-первых, страшно, что гибнут люди с обеих сторон. А во-вторых, противно, потому что гибнут, в первую очередь, православные с обеих сторон. Украина в большинстве своем страна православная. Если те, кто погиб, огромное число православных и с той стороны. Получается, что они тоже тут безбожники. Объясните. Почему женщины, почему дети должны погибать? Вот в чем вопрос. И это никогда не простится тем, кто это организовал. И они, естественно, будут это прятаться за разного рода вот такими идеологемами, придумывать что-то нужно. Сейчас начинается новый учебный год. Сейчас он начнется уже с играния гимнов, гимна России. То есть, по сути дела, сталинского гимна, написанного Михалковым или Гестаном. Сталинского и по сути, и по духу, и по всему. В школах. Потому что нужно поднимать сегодня как бы новую волну патриотизма. И на что-то ее опереть. На какие-то три... Кого там? Три слона? На трех слонах. Вот эти три слона в этой методичке, похоже, и заявлены. Простенькие, без обсуждения деталей. Ну так ведь вы молодой человек, мы жили в советское время, нам тоже рассказывают, что в 17-м году рабочий класс восстал и освободил, прогнал капиталистов. Но это все было неправдой от начала до конца. 70 лет нам это впаривали. Худший враг любой пропаганды – это интеллект. Эту фразу приписывают главному рупору нацистской Германии Геббельсу. Все параллели условны, хоть сейчас, как никогда, в них столько общего.
О некоторых приемах, которые использует российская пропаганда, рассказала журналист и филолог Ксения Туркова. Я бы сказала, что какой-то единой формулы нет. Есть несколько приемов, которые используются, но они довольно простые, но эффективные. И сейчас, во время вот этой войны, используется один из таких основных приемов. Ну, я бы выделила четыре приема. Но первый, о котором я хотела бы рассказать, это такое забалтывание, когда на зрителя обрушивают большой массив информации. Например, когда Игорь Коношенков, спикер Минобороны, делает свои ежедневные доклады и рассказывает, сколько захватили населенных пунктов, сыпет какими-то цифрами, там, сколько танков уничтожили и так далее. И уже независимые журналисты выяснили, журналисты издания «Проект» подсчитали это все, они проанализировали его выступление и выяснили, что, оказывается, Россия уничтожила больше байрактаров, чем было у Украины, и там захватывали населенные пункты одни и те же, по несколько раз, хотя не сообщалось о том, что оттуда отступали. И, в общем, вот это и есть забалтывание, когда на зрителя обрушивают массив информации, такой большой кирпич, много каких-то данных, цифр, все это так солидно звучит, ну, кажется. Кажется, что что-то значительное сообщают, а на самом деле там вот такие манипуляции, а обычный зритель, ну, обычный человек не может, не в состоянии физически переварить столько информации, запомнить столько информации, конечно, он не будет анализировать и заниматься подсчетами. То есть его просто заваливают, вот так обрушивают на него вот это все. Кроме того, то, что вот вы сейчас говорили о Еленовке, с Еленовкой как раз мы видим другой типичный прием, типичный для российской пропаганды, это отзеркаливание, когда обвиняют оппонента, противника в том, в чем он сам тебя обвиняет. Причем не просто идет обмен обвинениями, а российское телевидение, в частности, официальные лица используют абсолютно те же формулировки, которые использует другая сторона. То есть они берут и отзеркаливают. Вот в свое время Путин сказал по поводу Байдена, кто так обзывается, тот сам так называется. И вот этот прием взяли на вооружение на российском телевидении, ну и российские официальные лица, и они вот если говорят, что Россия там совершает геноцид, то тогда российское телевидение говорит о том, что Украина совершает геноцид. А там своих не бросаем. Говорят наоборот. Украина, украинские там военные бросают своих, Россия своих не бросает. То есть они все нарративы, которые используют против них Украина, вот в отношении России Украина и весь мир, в общем-то, все те же самые нарративы Россия возвращает. Это вот такой прием отзеркаливания. И ну, вот эти приемы я бы назвала основными, ну, помимо, конечно, хейт-спич, просто языка вражды, который очень широко используется, и еще эвфемизмы тоже в ход идут, когда заменяется что-то неблагозвучное благозвучным, но самый яркий пример – это спецоперация вместо войны. Это Грэм Ньюс. Здесь мы коротко рассказываем вам о том, что важно. И если вы еще не стали нашим подписчиком, обязательно это сделайте. В Грэме все только начинается. В хорошем смысле слова. До встречи. Это был Грэм Ньюс, Анна и Лайтон Григорьев. Тем временем в Израиле, судя по всему делу, идет к перемирию. И вот что сказал премьер-министр страны Яир Лапид. Все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты. Смысла продолжать операцию нет. Ну, сейчас, судя по всему, решается вопрос о том, будет ли остановлена такая фаза, горячая фаза противостояния. Кстати, у нас много зрителей из Израиля. Они присылали нам в том числе и видео в телеграм-канал. Следите, кстати, за нашим телеграм-каналом. Там все тоже обновляется и по этой теме. Обязательно подписывайтесь, рассказывайте, высказывайтесь. Дозванивайтесь до нашего эфира. Вот кто сейчас может нам рассказать о ситуации в Израиле, в Палестине, можете позвонить. Телефон, WhatsApp, Viber есть на ваших экранах. Можете использовать эту возможность, чтобы высказать свое мнение и рассказать об атмосфере, в том числе в израильских городах. Пишите, конечно, в чате. В чате тоже мы читаем. Еще раз напомню, что вы можете поставить лайк. Давайте дойдем до 1000. Для того, чтобы алгоритмы Ютуба нас активнее рекомендовали, можете на нас подписаться в Ютубе, Инстаграме или Телеграме.
или везде, потому что все площадки нам дороги, и, в общем, присоединяйтесь, будем расширять наше сообщество. Ну, а у нас сегодня был эфир «Орешкин и Шаблинский», там, в частности, мы с политическим географом Дмитрием Орешкиным затронули тему Израиля и Палестины. Давайте посмотрим этот фрагмент, сейчас режиссер поставит его в эфир. Просит вас прокомментировать историю с Израилем, 49-й год, образование государства Израиль. Хотелось бы услышать мнение гостей по поводу Израиля и Палестины. Вообще, что там сейчас происходит? Ну, это понятно, эскалация, которых достаточно много в истории Израиля или Палестины. Но здесь есть что-то имперское вот, в истории с Израилем? Формирование Голда Мейер, 49-й год, при поддержке Соединенных Штатов Америки, кстати, Израиль появляется как государство. Ну, знаете, я небольшой специалист по Израилю, там, ну, там действительно была поддержка и товарища Сталина, но, насколько понимаю, там была зона подконтрольная Британии, вот это Палестина, да, и в ней, в соответствии с решением ООН, который, кстати, был поддержан Советским Союзом, был выделен кусок территории для Израиля. Некоторые палестинцы считают, что это, и значительная часть палестинцев, что это попрание их какого-то там исторического права. Но любые войны, они всегда апеллируют к какому-то там историческому прецеденту. Меня волнует немножко другое во всей этой истории. То, что, начиная с 20 века, о чем Илья говорил в терминах права, а я попробую добавить в терминах, так скажем, экономической географии, что военный контроль над территорией перестал быть тождественен усилению государства. Наоборот, развитые страны начали делать то, что географ называет интенсификацией своего пространства. Инвестировать в это пространство, развивать там технологии, науку. И выяснилось, что для... Вот японский пример, мы его обсуждали. Для благополучной жизни расширение не нужно. Опять же, Израиль это тоже пример. Именно. Израиль в этом смысле крайне эффективное государство, в отличие от его многоуважаемых соседей. Поэтому Израиль вписывается, как мне кажется, в современный тренд. А его соседи, которые хотят уничтожить Израиль, борются с современной глобальной тенденцией. И то, что произошло, я все-таки думаю, в отличие от Ильи, что колониальная система, ну, в основном, я так был воспитан в советской школе, начала рушиться после Второй мировой войны, с тем, что, например, та же Британия поняла, что ей держать военные контингенты в Индии и Пакистане просто себе дороже, их надо содержать, там надо гасить конфликты между индуистами и там исламистами, сдерживать эту территорию, вкладывать туда деньги для развития железнодорожной сети, для образования, для медицинского обслуживания и так далее. И они, в конце концов, решили, что лучше это сохранить у себя, в своих маленьких островах, и выйти оттуда. Причем было не просто, потому что Черчилль не хотел. Черчилль говорил, что я бы еще поборолся за империю. И вот здесь очень важно сделать ясно понять, что есть еще идеология. Как французы там боролись против Деголя за то, чтобы вернуть или удержать часть французов. Алжир, который считали своим, да, и другая часть французов с ними воевала практически потому, что этот Алжир был тягостной ношей на шее. И вот Россия не прошла через этот переход, а Европа и Соединенные Штаты прошли. Они никого не хотят присоединить. Соединенные Штаты выступают в роли глобального полицейского. Нравится, не нравится, хорошо или плохо, они никого уже не присоединяют. К ним, наоборот, просятся присоединиться там Пуэрто-Рико. А те говорят, нет, извините, подождите, у вас вот вы там какой-то промежуточный статус. Вы нам не очень нужны, потому что территория – это то, куда надо инвестировать. И то, что наша сейчас элита решила оттяпать кусок Украины, даже если она это отрежет с помощью военной силы, потом туда придется вкладывать совершенно немеренные ресурсы для того, чтобы его переварить. И в конце концов она не сможет это сделать, потому что другая культура, другое настроение, другие политические преференции. Есть пример Запада, который более успешен. Поэтому то, что сейчас делает Путин, это, с моей точки зрения, не только преступно, но и просто глупо. И это следствие того, что у него в голове застряли вот эти амбиции Советского Союза. А амбиции Советского Союза просто катастрофичны для России. Они привели к крушению России, в том числе к дискредитации российской культуры, истории, языка, всего чего угодно. И, ну, на это я бы еще, если вы мне дадите, потом 2-3 минуты потратил, потому что действительно надо понимать, что Российская империя
была близка к тому, чтобы довольно благополучно развалиться по образцу там, Австро-Венгерской или любой другой европейской империи. А вот Советская империя, которая пришла ей на смену, она была устроена радикально иначе и нанесла и себе, и всем окружающим странам вреда гораздо больше, чем пользы. Ну что, это были Дмитрий Орешкин и Илья Шамблинский. У нас сегодня вышел большой выпуск об имперскости, и там, в частности, мы говорили о ситуации в Израиле. Вы тоже присоединяйтесь к нашему эфиру, мы переходим уже к интерактивной части, поэтому вы можете звонить, писать, комментировать, пообщаемся немного в таком формате. Также не забывайте ставить лайки. Сейчас у нас 948, давайте дойдем до 1000, думаю, нам это под силу. Что-то пишет редактор, сейчас мы узнаем, что хочет Анна, чтобы я рассказал обязательно. И я об этом тоже обязательно расскажу, потому что это есть у нас в заголовке. Amnesty International сожалеет, что ее доклад об украинских военных оказался болезненным. Amnesty International сообщает Reuters со ссылкой на поступившее в агентство письмо международной организации, приносит извинения и сожалеет. Далее цитата. Приоритетом Amnesty International в этом и в любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданского населения. Именно это было нашей единственной целью при выпуске последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли, говорится в заявлении. В своем расследовании организация обнаружила, что в некоторых случаях украинские военные наносили удары из жилых кварталов и базировались на территории гражданских объектов, хотя могли использовать альтернативные позиции. Доклад вызвал бурю негодования. В офисе президента Украины доклад назвали, цитата, «органичной частью российской кампании по дезинформации и пропаганде, цель которой дискредитация Киева и подрыв западных поставок оружия». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад – это попытка перенести вину с агрессора на жертву. В своем воскресном заявлении правозащитники в очередной раз подчеркнули, что выводы доклада не оправдывают действия российских войск. Далее еще одна цитата. «Это не означает, что Amnesty International считает украинские силы ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», говорится в сообщении. «Мы должны быть предельно ясны. Ничто из действий украинских военных, которые мы задокументировали, никоим образом не оправдывает нарушения со стороны России». BBC опубликовал этот текст, зачитал цитаты по перевод BBC. Это еще одна тема, которую мы также сегодня обсуждаем. Вы можете, кстати, ее тоже прокомментировать. Напишите в чате, выскажите свое мнение. Это всегда очень такая тяжелая вещь, особенно у правозащитных организаций, которые должны быть, которые не должны в каких-то конкретных ситуациях занимать сторону. То есть, если есть нарушение, а, например, там, симпатии, не симпатии, это неправильное слово. Ну, то есть, например, западная поддержка, понятно, что она на стороне Украины. И вот как быть правозащитником, если они видят нарушения у той стороны, которая ведет справедливую войну, оборонительную, да, но если эти нарушения есть, вот как быть? Это очень сложная тема, я вижу, как тяжело Amnesty International в этой ситуации, то есть они объясняют, почему они это делают, нужно ли это делать? Да, наверное, нужно это делать, потому что они правы в том смысле, что они как раз целиком и полностью на стороне гражданского населения. Если они выявляют какие-то нарушения, они это тоже включают в свои доклады, потому что должна быть объективная картинка, по возможности объективная картинка. Что вы об этом думаете? Выскажите свое мнение. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram доступны, поэтому можем на эту тему тоже поговорить. Еще пишут, они не правозащитники, пишут, ну, правозащитники-исследователи, организации, которые занимаются с мониторингом конкретных ситуаций. То есть те, кто работает в очень сложных условиях, внутри конфликтных ситуаций. Ну вот, давайте, что вы об этом скажете, я зачитаю ваши комментарии. Ну вот Наташа пишет, что они не правозащитники, я BBC перестал уважать, на русском вообще дрэк. Такой комментарий. Глава украинской организации Amnesty подала в отставку из-за несогласия. Сегодня в Плющу прочитала, что ему казалось, что они просто дураки, а сегодня он их заподозрил в купленности, пишет Анна. А почему они объективно не уточнили, что занятий во время войны не было, пишет Яна. Кто-то из британского правительства высказался по этому Amnesty International, откровенно сказали, что отчет был куплен, пишет Эрика. И другие комментарии. Можете, кстати, позвонить и тоже на эту тему высказаться. Что вы об этом думаете? Телефон
WhatsApp, Viber, Telegram есть на ваших экранах. Можете до нас дозвониться. Ну и вот номер в чате тоже появился. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм. Там мы тоже активно освещаем все события. И вы там тоже можете принимать участие в различных дискуссиях, которые в Телеграме доступны. Поэтому присоединяйтесь к нам еще на этой платформе. Там у нас, кстати, интересно, что до... Сейчас скажу, до скольки, до 13 700, осталось, по-моему, около 13 или 17 комментариев подписчиков, так что давайте перейдем на следующий рубеж. Вадим, спросите Фейгина, он с ними плотно имел дело, написал Наташа. Фейгин, Марк Фейгин появится у нас в эфире, возможно, во вторник, обязательно зададим ему и этот вопрос. Вы сами сможете задать вопрос, нашим спикерам можно задавать вопрос, в том числе по телефону или с помощью тех платформ, которые я обычно перечисляю, когда интервью выходит в прямом эфире. Большинство интервью у нас выходит в прямом эфире. Если выходят в записи, мы честно говорим, что это запись. Да, тем временем пишут наши зрители, а почему эту организацию не интересует Запорожская АЭС, которую российские войска заняли под склад с оружием? В любой момент может быть атомный взрыв. Их это не волнует. Еще пишет Ольга, а пусть напишет доклад о России, амнистия работает на Россию, надо писать про две стороны, а не... Цитата. «Дрючить пострадавшую сторону. Население пострадало больше от России, амнистия становится на сторону зла». Вот такой комментарий от Ольги. Кому чему лояльна бывшая ЗАВИ по Украине, правозащитнику или правительству своей страны? Позорная реакция на фактологический материал, более истерично на доклады реагирует только Израиль. Ну, такой комментарий от Макс Луз. Спасибо, Вадим, пишет Наташа. Ну, надеюсь, что не сорвется. Сегодня с Марком говорили, вот договорились предварительно на вторник об интервью. Да, но вот еще они уже прогулялись по Чернобылю, так пишет Павел. Ну да, ситуация в Запорожской, на территории Запорожской АЭС, она действительно очень пугающая. Там и обстрелы регулярные, там и войска, и там вообще непонятно, что происходит. И не является ли это частью какого-то плана. Ну вот говорил у нас сегодня эксперт, который выступали о том, а не является ли для Путина очередной красной кнопкой, да, самая большая, самая мощная АЭС в Европе, да, Запорожская атомная электростанция. Она захвачена российскими военными, она находится под их контролем. Что там происходит? Почему там какое-то движение военной техники? Были и спутниковые снимки, и с дронов снимали, там и солдаты, и какая-то техника, и БТР заезжают непонятно куда там. Ну, в общем, достаточно тревожно движение вокруг этого стратегически важного и очень опасного объекта, потому что, представляете, какая там мощь и сколько там радиоактивных веществ. Вспомните Чернобыль, Запорожская АЭС гораздо мощнее, гораздо больше. Если там, не дай бог, что случится, и это, конечно, ну, даже не хочется об этом думать. Пишите, комментируйте, принимайте участие в нашем эфире. Поддерживайте, кстати, в том числе нас донатами. В России заблокированы интернет-сервисы Patreon. Это правда, да, сегодня такая информация появилась. Они там под HTTPS, и поэтому блокируют все. Нельзя заблокировать отдельно. И там за какое-то... Я не помню, что там поддержали Patreon. Но, в общем, за это его просто решили убрать. Тем не менее, вы можете нас поддерживать донатами, если у вас есть такая возможность. Будем вам благодарны. Можно в биткоинах, например. QR-код появился на ваших экранах. Можно поддержать нас по ссылке на PayPal. Ссылка есть в описании. Можно, опять же, оформить Patreon. Это тоже доступно. Но и спонсорство в YouTube тоже способ очень простой. Заходите, выбирайте. Ну и значок доллара здесь в чате. Можете вот прямо сейчас нас поддержать. Если, опять же, у вас есть такая возможность, возможность совпадает с желанием, делай это сугубо добровольно. Мы уважаем всех наших зрителей, вне зависимости от того, делаете вы донаты или нет. Мы всех вас уважаем, правда. Но мы, конечно, ценим, если такая поддержка есть, потому что нам это очень помогает. Ну что, я думаю, что мы будем уже постепенно переходить к перекличке, но перед тем, как я перейду, напомню, отмечу, что у нас потом Петр Филиппов и его лекция, традиционная лекция Петра Филиппова о демократии. После переклички общественный государственный деятель Петр Филиппов выйдет в эфир. Ну а сейчас дан старт, и мы узнаем, какая у Грэма сегодня география, так что поехали. Ну и параллельно подписывайтесь на наш телеграм-канал, будет интересно и важно, если вы это сделаете. Да, еще пишут наши зрители, тут какая дискуссия, какая объективность, о чем вы говорите, вы видите объективность в этом докладе, они пишут, нашли следы присутствия украинских солдат в некоторых школах, какие конкретно следы, где, в каких школах, пишет Матвей и Анна. Ну что, поехали. Санкт-Петербург, Арш, Торонто, Пятигорск, Пхукет, Таиланд с нами на связи, Москва, Натали, Израиль, Пинск,
С удовольствием смотрю вашу программу, ставлю лайки. Наташа, у нас в Израиле пока неспокойно. Только что звучала сирена и работал железный купол. Сергей, Москва, Запорожье, Можайск, Тбилиси, Кармель, Лондон, Кёль, Нижний Новгород, Россия. 1000 лайков, да, продолжаем их ставить. Эмма из Нью-Йорка, Степан из Парижа. Смотрю вас из Рима, написала Светлана. Сегодня говорили как раз о Риме и Римской империи. Вера из Стамбула, Павел из Приморья, Сергей из Риги, Чикаго, США. Привет, Диана. Риджика, Рик, может быть, Татьяна, Новосибирск, Стамбул, Ашдот, Израиль. Как у вас там обстановка, кстати, сегодня? Пригород Чикаго, Фрайбург, Екатеринбург, Москва, Тула. Оксана пишет, я из Украины, если бы наши военные заходили в наш город, я бы сама им подносила боеприпасы и была бы рада, если бы они стояли возле меня, написала Оксана. Оксана, в каком вы, кстати, городе находитесь? Если, конечно, можете об этом сказать. Татьяна из Томска также с нами. Израиль, Рыбинск тоже к нам присоединился. Мне кажется, в Рыбинске спички, да, производили раньше? Может, я ошибаюсь, но мне кажется, я видел, что было на коробках. Но, может, ошибаюсь, почитаю, поправьте меня. Мария из Германии, Светлана из Лондона, Мордор здесь, Шарко, Жешуф. Может быть, я что-то неправильно читаю. Да, подписывайтесь на телеграм-канал Грэма, если еще не подписались. Это несложно сделать. Там у нас тоже все активно происходит. Ипи из Риги, Ольга из Тулы, я из деревни Незнаемка, написала Ирина. Торонто смотрит. Спасибо за отличную работу. Нас уже освободили. Я из Сумской области, написала Оксана. Да, Сумы тоже, конечно, попадали в сводки. Очень трагические события там проходили и происходили. Так, еще пишут наши города, наши зрители. Да, кто где? Перекличка в Грэме, поэтому можете еще успеть рассказать и подписаться на Телеграм, если еще не подписались. Опять же, всех призову, потому что для нас важно, чтобы Телеграм развивался тоже, как и Ютуб, и он развивается, там бурлит активная жизнь, поэтому будем рады вас там видеть. Ссылка закреплена сверху в чате, просто кликните. Ну и в описании к этому стриму, к этому ролику тоже доступно. Поэтому кликните, подпишитесь, не понравится, всегда можно будет отписаться. А тем временем вот тут Анна спрашивает, будет ли Петр Филиппов? Будет, Анна. Мы как раз, Анна волнуется, потому что она как редактор, не забыли ли мы сказать? Нет, мы все сказали про Петра Филиппова. Еще раз скажу, перед тем, как уже объявить Петра Сергеевича в нашем эфире, Петр Филиппов, общественный государственный деятель, с лекцией скоро появится в нашей студии. Так что, ну как, в записи мы записали это интервью, это выйдет в записи, но писали здесь и сегодня. Буквально незадолго до стрима закончили. Так что все в порядке. Так, еще у нас, да, тут вчера на море встретил чудесную семью из Сум, 3 дня, как в Израиле, написала Юша. Да, у вас что, Чубайс главная тема? Ну нет, Чубайс не главная тема, но тем не менее мы это тоже обсудили, потому что мы обсуждаем темы, которые были актуальны на уходящей или ушедшей, ну еще уходящей неделе. Ну что, на этом я думаю, что мы закончим перекличку. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Эфир провели Артур Григорьев за режиссерским пультом. Меня зовут Вадим Родионов. Я это все дело вел. Впереди Петр Филиппов. Но мы с Артуром никуда не уходим, потому что у нас сегодня внеплановый Грэмкаст. Айгарс Багацкис, главный тренер сборной Украины по баскетболу, наш соотечественник, он из Латвии, будет сегодня гостем Грэмкаста. После, там, в 20:30 у нас эфир. В 20:30 по Риге у нас будет эфир. Так что мы с вами не прощаемся надолго. Говорю вам до свидания, встретимся через буквально 1.5 часа. Ну а сейчас встречайте Петра Филиппова. До скорой встречи. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я предлагаю обсудить книгу Генри Хейла, профессора Университета Джорджа Вашингтона, которая так и называется «Патрональная политика. Динамика режимов Евразии в сравнительной перспективе». Хотя Хейл обсуждает, конечно, очень важный для россиян вопрос. Суть этого вопроса в следующем. После распада Советского Союза большинство образовавшихся новых государств пережили периоды либерализации. Иногда совсем недолгие. А завершились эти периоды монополизацией власти, авторитарными режимами.
надежды на обретение свободы, которых у людей было много в 90-е годы, в период цветных революций 2004-2005 года, в большинстве своем не оправдались. А почему? Профессор Хейл из университета Джорджа Вашингтона считает, что режимы, которые образовались на руинах СССР, трудно поместить на ось свободы и несвободы. Определяющим свойством этих режимов власти является всепроникающая коррупция, суть которой – отношения между чиновниками, обеспечивающими крыши, и теми людьми, которые этой крышей пользуются, с выгодой. То есть для постсоветских стран вопрос скорее стоял в том, насколько монополизирована коррупция в стране, а не власть. Именно об этом Хейл и написал свою книгу. Подавляющее большинство государств объединяет одно общее свойство. Они функционируют благодаря личным отношениям между людьми, а не деперсонифицированным институтом. Так. А я имею в виду постсоветские государства. Конечно, есть разница между Латвией и Россией, или между Эстонией и Латвией, но в этих странах много общего. Там люди не могут коллективно самоорганизоваться, если они не знают друг друга лично. Представьте, что кто-то решил обосновать благотворительную организацию, ну, для помощи, например, детям, и собирает на нее деньги. Скорее всего, мало кто решится дать ему денег вслепую, потому что все побоятся, что они будут растрачены. Единственным залогом доверия в таком деле становится личное знакомство граждан. Так, собственно, и начинались все государства. Они были очень маленькими, всех в этом государстве знали, вопросы решались лично, а люди полагались на связи. Конечно, те, кто контролировал узкие места снабжения, получали при этом непропорциональное преимущество. Так появляется правительство, так работает политика и экономика этих стран в Европе еще 300-400 лет тому назад. Ну вот представьте, что вы депутат парламента, и ваши родственники и друзья просят вас по старой дружбе внести какой-нибудь закон в парламент на рассмотрение, им выгодный. Вы не можете им отказать, потому что все от вас этого ждут. В противном случае вы рискуете прослыть человеком, которому нет дела до старых друзей. Когда вам понадобится какая-нибудь помощь, вам ее не окажут. Вы будете неэффективным законодателем. Отдельному человеку нет никакого смысла менять свое поведение. Что-то может поменяться только в том случае, если поведение изменят все граждане государства сразу. Но ведь это маловероятно. Хорошо. Готов ли ты дать взятку, чтобы иметь возможность построить больницу? Готов ли ты обещать откат поставщику или подмаслить губернатора региона, чтобы сделать свой бизнес? Не испачкав руку, в большинстве стран ничего не сделаешь. В результате взяток становится больше, а чиновники с большей охотой их вымогают. Простой морали здесь нет. Мафия – это естественное явление для человеческих сообществ. И из этих мафиозных отношений очень трудно вырваться. Даже в США отлично видно, что мы не вполне свободны от старой системы отношений в этом государстве. Сами связи значит очень много. Хотя, конечно, меньше, чем в Москве. После падения коммунизма несколько десятков стран одновременно стартовали с одинаковых и очень похожих условий. Прошли разные траектории. За пределами Прибалтики ни одна из этих стран не стала, ну, с однозначным успехом действовать. Они в целом, возможно, свободнее, чем СССР.
но менее свободная, чем были в 90-е годы. Никто не мог предсказать, что так произойдет. В политической науке большая часть исследователей исходит из того, что демократия – это норма. Следовательно, надо изучать причины, по которым правительство так часто от нее отказывается, а не причины, по которым они вынуждены с ней мириться. Надо понять, почему та или иная страна не смогла построить демократию. Простая модель – описание. Диктатор, который единолично навязывает всем свою волю, практически никогда не описывает реальное положение вещей в этих странах. А в этих странах главное – это патрональные отношения. В обществах, где все построено на личных отношениях, политический капитал принадлежит патронам, чиновникам, которые имеют возможность вознаграждать своих клиентов и использовать их, в свою очередь, для принуждения всех остальных. Взаимоотношения таких группировок и определяют политическую жизнь в стране. То, что мы порой видим, это не борьба свободолюбивых сил и реакции, а непрерывный процесс взаимодействия группировок, который часто описывается в политических терминах, просто непригодных для этих сообществ советских стран. В таких ситуациях, даже если не принимаются формальные законы против оппозиции, все, кто пытается противостоять системе, сталкиваются с огромными проблемами. Не имеют возможности найти денег на политическую кампанию, а, скорее всего, будут изгнаны из страны. Потому что никто из граждан не хочет идти против лидера. Интересно, что Конституция не слишком влияет на структуру вот этих патрональных группировок. Молдавия и Венгрия – парламентские республики. Россия или Азербайджан – президентские. Но во всех этих странах власть концентрируется вокруг одной фигуры. Когда патрональных группировок несколько, и они не собираются вокруг одного лидера, это открывает путь к некоторой конкуренции. Но если группировок хотя бы две, и они примерно равны по силе, то у граждан появляется какой-то шанс на независимое существование. Потому что если одна группировка из них нападает, они могут искать защиту у другой. На вид такая система выглядит довольно свободной, потому что в ней могут существовать СМИ с разными редакционными позициями, разные формы, фирмы, конкурирующие деньги, выборы. Но все равно эта система очень коррумпированная. С точки зрения простого человека, она не ощущается как демократия. Конечно, конкуренция создает хоть какой-то стимул начать менять жизнь к лучшему. Потому что, будем честны, люди не любят коррупцию. Они могут в ней участвовать, когда думают, что это единственный выход или меньшее зло. Но им не нравится, что их лидеры воруют. Им не нравится, что они должны давать взятку, чтобы попасть на прием к врачу. Наличие политической конкуренции создает хотя бы в теории стимул стране меняться. К несчастью, совсем немногие страны в мире вообще смогли решить эту проблему. И нигде это не случилось внезапно. Повсюду люди потихоньку сначала строили общественные институты, работающие не на персональных связях. Иногда быстрее, иногда медленнее, но всегда долго. Исключений из этой практики очень мало. В теории, конечно, политическая конкуренция создает двигатель для перемен. Но на практике она бывает саморазрушающие силы. Например, на Украине после Оранжевой революции политические акторы были настолько сосредоточены на борьбе друг с другом, что фактически не выполнили работы, скажем, по выходу из кризиса 2008 года. Но есть примеры и того, как это потихоньку двигает страну вперед. Например, Болгария. Довольно коррумпированная страна. Но все-таки по меркам ЕС, а не СНГ. Интересный пример — Монголия, которая зажата между Китаем и Россией. Не лучшее соседство. Но эти страны как-то поддерживают политическую конкуренцию. Конечно, не без помощи Конституции, но это все равно прогресс. На первый взгляд, в конкурентной системе коррупции больше, чем наоборот. Просто, когда власть монолитна, наружу не прочесывается повтор. На первый взгляд, в конкурентной системе
экономики и политики, коррупции всегда больше. Но на самом деле все наоборот. Просто когда власть монолитна, наружу не просачивается информация, и эта власть производит лучшее впечатление, чем на самом деле является. Неконкурентная система менее устойчива. Мы это видим на практике многих стран. Что же мы с вами, россияне, можем делать? Мы можем объяснять своим соплеменникам причины и следствия коррупции. Рассказывать, что выход – это, как, знаете, при лечении заразы. Применять методы санитарии. И если мы будем развивать свои политические системы в наших постсоветских странах, то рано или поздно мы научимся жить без коррупции. Как, например, живут шведы. Спасибо.